Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я поделюсь с вами очень простым в приготовлении рецептом салата с крабовыми палочками. Салат отличает сбалансированный состав ингредиентов и красивая оригинальная подача в виде початка кукурузы. И для приготовления нам понадобятся крабовые палочки, яйца, огурцы свежие, зеленый лук, свежая зелень, банка кукурузы, майонез и соль. А для украшения салата будем использовать свежую зелень, лист салата и гранатные зерна. Крабовые палочки, огурчики и вареные яйца порезать мелкими кубиками. Желательно порезать их, чтобы они примерно были одинакового размера с используемой кукурузой. Если у вас есть яйцерезка, то можно воспользоваться ей для измельчения яиц. Если же нет, то также порезать мелкими кубиками. Сюда же добавить часть кукурузы. Немножко оставить для украшения. И измельчить зелень вместе с зеленым луком. Салат слегка посолить. Не забывайте, что у нас соленый майонез. Перемешать. После того, как перемешаете и соль равномерно разойдется по всему салату, заправить майонезом. Добавляем майонез по вкусу. Но таким образом, чтобы салат у нас не получился жидким. На большую плоскую тарелку выложить лист салата, от которого начнем формировать початок. Выкладываем салат, формируя такую удлиненную форму. Обтереть тарелочку по краям. И теперь украшаем кукурузой сверху. Если у вас есть время, то можно выкладывать вот таким образом, как в початке находятся кукурузки, то есть вот таким образом вот в ряд. Тогда будет вообще не отличить настоящую кукурузу от того салата, который мы сделаем. То есть принцип такой, то есть выкладываете так, потом рядышком еще край и таким образом. Но у нас быстрый салат, поэтому я не буду так выкладывать, это очень долго. Я просто посыплю наш салатик вот так вот кукурузой. И он тоже у нас будет очень красивым. Для украшения я решила использовать огурцы, свежую зелень. При помощи овощечистки нарезаем тонкие пластины огурчиков. Складываем один на один и заворачиваем рулетиком. Получаются вот такие вот цветочки. И украшаем тарелку. Итак, дорогие друзья, наш вкусный и красивый салат кукуруза готов. Готовьте его и кушайте на здоровье. А я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания.